Все, это не проблема. Мы в ЦЛК идем? Да. Мы с Изморским припиздавали, и с умонием всех, блядь. Этот, СХ2 Дестройера, вот, которому ты деньги, Вань, кидал, как мои. Он очень грамотно орел. Лишь контент знает. Тыкните на шкаф. Пруф не убитый тоже, да? Нет. Не убитый, да. Так, Полинор в Элема. Скиллиди пойдет к Илон. Саша, ты когда груля планируешь? Во вторник, скорее всего. У меня понедельник чуть больше времени. Надо в понедельник в Хару сходить. Во вторник груля. Ну, посмотрим, как сегодня пойдет. У меня по планам сегодня почти закрыть целый. В среду можно. Будем смотреть. У меня во вторник работа, я получу заявку. Да, если что, персонажа отдашь так же, я зайду или что. А, ну окей. У меня вроде данные остались твои. Проходка будет. На какого босса сейчас идем? На Лану. Пель, да, Женя нужен. Так, нужен один человек, который пойдет сейчас на замену. Давай, наверное, Джипси ты пока. Марухичку сюда, на Лану. Так, ладно. Джипси, я... оставайся по-любому, потому что ты пойдешь на Синдру, если мы сегодня на нее пойдем. Вообще, все пойдут пристры. И на Лану остаться. На Лану... Ну, блядь, я хочу самых дамажащих взять, чтобы Лану убить. У нас вчера чуть ДПС не хватило. Просто мне нужно 300 репы, чтобы у меня была дырка еще для Синдры. Да. Я тебя возьму на этот, возьмешь на трэш пойдем и пойдешь на эту, на Вальку пойдешь. Возьмем тебя. Там добьешь как раз. 300 репы от этого убить, как Валькирию, которая перед... Да, там больше, чем за боку. На Вальку. Кадама, заходи, ты у вас. Сами поставьте портал, а то у меня КДКами. Так, ладно, ребят, все хорошо, я тогда покушать пойду уже там. Иди. Вадим здесь, поэтому похили там. Или ты, Санька, кто у вас из вас заряженный хапал? Ну, я не знаю. Кто-нибудь в Diablo 2 играет? Давайте потом. Все, не время. Ну ладно. Смоньте все. Да, одинаковые хапалы вроде. Этот. Все, максимально быстро все пошли. Ну я кулаки вкачал, если что, в принципе, так, чтобы уже без разницы, кого спекать. Понче всех. Кадаму, Войда, Эмобоя. Так, по укусам. Ладно, сейчас еще птичей. Сопрот? Не, ДДшная фастка. Я, кстати, это перед сутками забыл сапрот выложить. Суток пришел, там 23 сапрота в последнюю закинул. Сашник, это на самом деле не кидай мне сейчас одни. Давай, Женек, я еще пока этим не занимаюсь. Давай сегодня рейдом займемся, а потом будем этим заниматься деньгами. Плюс Ваня лучше. У меня сейчас так делов хватает. Изморский, заходи. Он рыбу, надеюсь, не спиздил. Пиздеть, голду не дают дать вообще. А рыбу он тоже украл, да? И рыбу ж пиздил, блядь, ебать конченый. А, не, рыба-то у меня на ДКшнике, сейчас я на ДКшника зайду точно. А, ну заебись. Слушай, Саня, а что за тело вот это сделало? Просто с утра я что-то мало себе перехитил. Рыба дохуя стоит. Тело, это... А если... Так... Это... Да, блин, ну... Сань. Ну-ка. Сараниты вообще есть в планах продавать? Или вы будете копить? Просто мне Черик спрашивал, мы сараниты. Мы сараниты будем на эти отдавать, на грани. Первый сезон. Не, ну может быть сейчас выгоднее продать, пока их они не выпустили? Нет, выгоднее собирать, отдать, увеличивать ДПС. Короче, у нас хватало все по деньгам, было все нормально, пока не стырили. Все, не перебивай, сейчас надо время заняться. Меньше времени потратить. А может кто-нибудь сказать, как в Хиллботе отключить шестую и восьмую вот эти вот группы? Вот я не знаю, воду могу подсказать. Пошли в рейд.
Не надо в рейд, потому что сейчас просто будет минус ИП, если кто-то будет лишнюю информацию брать. Ну, я могу подсказать просто по хилботу. Давайте. Кто спрашивал? Вот напишите мою лику в ПМ, я скажу. О, тихо все. Я захожу на мага, я скину рыбу, но у меня на деках какие-то. Вот, при том, что она у меня на деках. Мы в пирах ходили. Так, я тоже в другой канал пойду, если надо будет, это скажете, хорошо? Хорошо, спасибо. Все, я давай, тоже тогда. В другом канале. Пойдемте в чиллаут. Я тоже в другой канал пойду. Я в курилку. Окей. Можете вот эти, да, пока. Некоторые из вас будут нужны. Сразу скажу попозже чуть. Ребят, надеюсь, вы все фласки взяли, потому что я не подготовил им сегодня ничего. Ну там что-то кто-то закинул. Я в банк положил 50, блядь. А, ну Петя, давай тогда бери эти фласки, раздавай. С Санькой. ДДшные, РДДшные. Тут тоже кто-то накидал. У меня ДДшные со вчерашнего дня остались, там 30 штук. О, и Сатсуны. Блядь, Санька, ты красавчик тогда. Чё красавчик, я их просто из ГБ взял. Нет, так я говорю, что еще не скинул их. Ладно, сейчас давай не будем отвлекаться. Все здесь были вчерашние, я в принципе всех вчерашних взял по тактике, все знают. На вот этой части будет стоять Скибиди, здесь будет стоять Наоми, Хапао в центре, Марухич на том краю и Ону на левом краю этой шестеренки. Третья партия РДДшников стоит слева. Четвертая партия РДшников справа. Если по второй, вторая партия тоже относится к четвертой, третья, первая, точнее, к третьей. Когда взлетка, милики убегают на сцену, часть миликов, другая часть может всегда к ступенькам убегать. Центр оставляете вот эту часть пилам, вот этот вот большой круг РДшникам. РДшники держите раньше и бьете по Анатели, когда она взлетает. Теперь по укусам. Мы не будем переходить в канал рейд без фуда. Каждый говорит, кого укусили, каждый говорит следующий ник, которого кусает. Вот, допустим, первый укус у нас заберет. Кто тут не проебется? Давай я, наверное, попробую забрать. Здорово всем. Привет. Потом, да. Я, короче, решаю с интернетом, провайдер вот не могу. Так что я пока. Хорошо, Сань, хорошо. Ну, сейчас первый укус тогда постараюсь я забрать. Отдам его Пете. Дальше следующий человек, которого я укушу, это будет краш-тест. Петя укусит шнурки. Дальше шнурки кусает... Петя кусает, точнее, Тойо. Шнурки кусает Троянского. Троянский Сацуне. Шнурки кусает Эмобоя. Петя кусает Женька. Краш-тест кусает Войда. Краш-тест кусает Войда. Второй человек, который кусает шнурки, Ренессанс. Тойо кусает Сацуне Кадаму. И Ренессанс Вакати. Ну, вроде как бы всех назвал. Примерно. Плюс, если ник занят, вы можете анонсить. Я буду называть еще ники, которые не укушены, чтобы было кровь. И вы просто, когда подходит укус, говорите, я кусаю того человека, все, этот человек занят. Так будет максимально просто. Ну, как мы и вчера делали, вчера почти убили. 2% еще оставлю. Так, давайте за фласками определенно кидайте обмен. И часть, этот, Майликс ко мне тоже. Обмен, я тебе кину часть фласок, будет Майлику и... Нет, Пахлаван. У меня нет сапрота. Сапрот у кого-нибудь другого попроси. Возьмите сапроты кто-нибудь из ГБ. Майлику тоже можете за РДДшными фласками кидать ему. Дамч. Ну вы били, там нормально все было. Под РДДшными тоже, да, прохил? Нормально было? Да, все отлично. Урона более чем хватало. Там просто где-то кого-то выкинуло. Немножко не повезло, мы вчера убили с первого трая. Потому что... Сколько взлеток было? А? Сколько взлеток было? Две? Ну то есть мы под конец там.
На третий взгляд персу уходит. Я не понял, а кому с паской за апом подходить? Сацуны, Сацуны Хики. РДшник паски Майлик определенно. Я взял сапрот, кому давать? Танкам и некоторые хилы могут быть. Вот я с Киви достаю, ребят. У круга. Кому СС? Все, давайте без фуда, я вам скажу. СС и краш-тест отдает Изморскому, Джанк отдает Ону, Джанк отдает Ону. Эмобой отдай Джанку, потому что он умирал часто. Бугерейвен... Я не раз умер всего. Тихо. Вудрейвен Вудрейвен отдает... Отдает... Давай на Йоми. Да, ты Джанку дай. Все, ставлю рыбу. Хлава, не давай сапрот. А, там рыба стоит уже. Ну, значит, я дурак. Ебался. Ребаф, у меня нету инты, блять. Поставьте дикса, у меня регов нет на инту. Есть? Где-то поставили? Прыгайте, где джикс не вижу. Где он стоит? Сейчас, спасибо. Вон. Так, чтобы сориентировать милики, первая пачка миликов подбегает примерно к лестнице. Там где-нибудь рассредоточитесь ближе к той части. Вторая пачка миликов, бегите к вот этой лестнице. Вот сюда. Первая к подиуму. Так, джифса поставим. Или сейчас куплю регов на инту. Все, пейте все пласки. Значит, у нас Юи. А, также сейчас. Еще один момент. Укусы во время взлеток. Люди, которые должны передавать укусы, будут отдавать кресту и в квадрате. Я тоже там подскажу, кто где отдает. Эти, возле этих меток никого не должно быть, кроме людей, которые укусы. Сейчас, Саш, прости, что я перебью. Барухач, кинь на первого того, на ком будет укус орехи. И все. А я кину в мили-зону. Будем кинуть. Крест? Танков вот не нужно. Кадрат. Это метки, в которых будут передаваться укусы. Там два человека, которые должны словить укус во время взлета. Ну, давай в мили. Там... Давай тогда я кину в мили. Кидай в мили на Сацуна, я кину на Хики. И все, и будет нормально. Давай, здорово. Все, готовность на пол. Эмобой, Рави, Марусич. Все готовы. Припоты на первой секунде пьем, на слове пол пуляем. Блять, рано выпули. Маша, ты с другой стороны стоишь. Марухич, ты с этой. Угу. Хорошо, я дам укус в хики, как и планировалось. Наёми, закинь поездку по мне. Кинь. Снурки выбежу. Факт, выдвигались. Тени. Стоянцы. Лишней информации не говори. Через 8 секунд укус и пар. Я тебе отдал укус. Так, я следующий укус отдаю краш-тесту. Краш-тест возле квадрата будь. Где-нибудь рядом. Скипиди побежал. Изморский иннер по Марухичу. Марта иннер по Наёми. Когда мы проходите? Если есть снурки по факту, то мобой и то я забежали. Требуйте. Если есть ПС-ка, закинь ПС-ку.
Майами. Я не приготовились. Он у Маши побежала. Краштес, будь возле квадрата. Все остальные набрали рунду. Набрали рунду. Прохилы рали. Сейвы отдали. Гимн на ХП Войта нажми. Так, из мозги подними Ону. Он тоже его. Тени. Гимн воин на ману спей, спой. Тени, краш-тест побежал. Краш-тест. Краш-тест дальше кусает. Давай Сацуме. Я укушу. То... Я твою укушу. Да, я завис. Да что за хуйня оно? У меня скоро укус, а я завис. Не бью. Все. Помянем. Я не бью. Пак. Это зелено. Блядь. Это тени сами, пизда. Да я вижу, вон, тут я не знаю, как это. Конченый вирус. Меня выкинуло, кикнуло, начало. Меня вообще кикнуло. Падайте. Вы уже заходите. Мы не убьем. Заходите, у вау, подходите. Все нормально было, только вот ебучие, вот эта хуйня под лишанием есть. Почему из Морски умер на взлетке? Вопрос. У человека есть хил на себя, есть медведь, есть дубовая кожа. Ну никак не должен умирать. У кого есть собственный хил, хильте себя. Берите ренжу. Нажимайте сейвы. До кого-то, допустим, хилы не достают. Может такое быть. Это да. Но я хилов старался расставить так, чтобы они до всех доставали. Поэтому... Так, попробовать может рану удалить. Сейчас попробуем удалить рану. Сань, ты сейчас удалишь, вообще в рейд не сможешь зайти. Но я вот... только через раны захожу сейчас. Типа, то есть я через лаунчер вообще не захожу, меня не пустит просто. Попробуем, блядь, что делать? Вот у меня уже вчера зависание эти были, сейчас зависание. Зависнет самый важный момент. Я вчера также завис, помнишь? Типа ты говоришь, попросился на типа на босса и на хуй АФК. Я также завис, пиздец. Привет тебе. Дискорд, и все нахуй зависло. Саня, а ты с России заходишь? У тебя висит год, значит, у тебя хуёво. Не зависит от сируса никак. У меня картинка зависла, у меня такого не было. Ну, то есть, это появилось. Я когда удалял ран, как Петя говорил, она пропала. Ты с России заходишь? Нет. Попробуй я там... не знаю, с России. Там добавили этот выбор сервера, там в самом начале, где аккаунт прописываешь, там... Выбери какой-нибудь другой этот сервер, типа. Сейчас я только скопирую RealmList, мне там Вадим скидывал личку и зайду. Там, где прописываешь пароль, логин, там можно выбрать сервер. Попробуй другой какой-нибудь. Я, кстати, сегодня перезашел, помогло. Сейчас попробуем, только покажите, как это сделать. Что я не читал. При вводе пароля внизу добавилась закладка. Три сервера на выбор. Mm-hmm. Ну не сервера, а это... Хоста, как правильно называется. Mm-hmm. Сейчас, подожди, только скопируем. Кое-что. У нас это самый Паш нету помощника, Сашка один лидер все. Сайт сервера
У меня нет никакого окошка при вводе. Значит, надо обновить лаунч. Там 9 мегабайт было. Ладно. Попробуем через прокси просто зайти. Ну, через прокси. А бета-тестер вообще не варик, да, в рейд? Он сказал, пока не может. 20 а. Минут. Кто там в рейд просился? Буревестник? Никакой пак. Да, зашел. Пак-то, который есть буревестник, плюсы в один, плюс один голос. Тыкните на шкаф. Еще раз, ребята, на взлетке никто не должно, никто вообще не должен сдохнуть. Все, кто, вот как и сказал Пахлаван, все, кто может что-то сам себя засейвить, помогают сейвить. Что иногда миликов касается, вы все равно бить не можете. РДшники, встаньте на ранжу и продолжайте бить. Так. Ставлю рыбу. Когда СС откатится, закастуйте все СС точно так же, как и вы. Саня, мы какие-то СС выдавать на взлетку? На, там, На первую нет, на первую дает Пахован Юи и Мастера Орна тебе можешь отдать. Ну, Сатуна нажимает обычно, ты можешь продлить, когда закончится. Этот, на вторую ты нажимаешь масса круг. Да. Нет, мы этого босса убиваем, дальше идем на профа. Суны твоя. Готовы? Фу, наконец-то сделал. Пап, давай, Санечка. Саня, ты готов? Кто я? Нормально все. Не, не ты. Сацуны, которые. Все, все готовы. Sorry. Чуть-чуть рано чуть-чуть пульнули, ребят. На прямо слово пул. Мы чуть-чуть позже пульните, чтобы припоты люди не потеряли. Ага. Ой, я забрал первый укус, нормально. Отдашь Пете Ване тогда, чтобы не бегать. Второй укус будет к растесту. Отдай мне ПСК на Йоми. Когда мы выбежал, когда мы быстрее, долго стоит. Смотрите, он разлил херово там немного. Реагируйте быстрее. Не надо добивать, сразу побежали. Скоро пакт будет. Тоя, Майлик и Мобой. Ну быстрее, что-то долго. Очень много урона получили. Он у Маши побежал. Молодец. Ваня, приготовь все укусы, давай дальше пак. Петя, дальше укусишь Троянского. Нет, Нурки укусишь, Петя. Ваня, укусишь Крестеста. Крестест побежит. Ваня, отдаешь укус в квадрате, если не попечь, отдаешь Кресту. Прохильте Крестеста Сасуне. Полинора прохильте. Пах, приготовить. Иннер по Найоми из Морских Залей. Он узлей по Майлику. Тень. Тень и взлетка дальше. Лисанс побежал. Освободили крест квадрат. Освободили крест квадрат, Ринджу набрали. Отдали сейвы.
Держите рейн. Ты можешь кидать, что отбеги немного. Наем едим на змеиный хп. Я нажал сейчас тоже. Нормально, маленько. Нормально, нормально. Петя ничего не говорит, а не слышно. Да, Петя сейчас что-то хрипит, поэтому лучше не говори. Сбежали, шпак. Укусит. Укусит, кого укусит. Пацаны, может, вой побежал. Для радиума. Еще смотри, кто-нибудь из вас должен укусить будет. Раз тест укусит меня, я рядом с тобой стою. Тени. Тени сбежались. Будрэйвен побежал. Укусы. Наем, если есть этот ПС-ка, закинь меня. Меня еще не кусали, я... Может, меня укусить. Таянского можно укусить. Можно укусить Эмобоя, Женек, Будрэйвен, Сацуне. Да, эти люди должны быть укушены. Ренессанс, Вакати, Кадама. Краштет, сбеги. Тени. Определенно. Нормально. Так, я укушу Ренессанса. Я в приступ буду встречать. Набрали Ренжу. Держите Ренжу, Майлик, массакру. Не бегай, не бегай. Куда бегаешь, Ренессанс? Отсюда кусать. Ренессанса прохильте. Рарию прохильте обязательно. Отлично, всех. Петя умер. Сейчас... Петя умер, но в РП Петя это Изморский. Я справа от босса стою, у меня можете выкусить тени в 2 секунды. Я справа от босса стою. Умер. Он дай бы радио Геру. У меня не выкусил. И Геру давать. Убейте радио Геру дать. Лёня, ну вот что, ты опять никого не выкусил? Не кусайся, Райден, пизду, он ведь уже не первый раз не кусает. Полинора убил. Я хотел, потому что Сацуну укусить, и какой-то долбоёб его укусил, блядь. Тихо. Ты глухой или что? Наёми побежала. Майлик укусит Кадаму. Я не кушу на скетчу ДК. Кто ещё не укусил? Скажите, пожалуйста. Трояна укушу. Да тихо, блин, вы, ё-моё. По одному слову я бы сказал, все, Берса, падайте. Петя упал, во-первых. Во-вторых, Ирария, как всегда, не кусайте Ирарию. Он же третий раз просто не сдает укус. За это же минус можно реально давать. Петя, у тебя микрофон, если что, не работает. Саня, Мавар, ты построил комп? Ну я давай на замену. Саня, на замену пока. Саня, на Йоми, давай пока на замену. Мавар с Монти его играет, он хорошо. Возьмешь паску у меня. А подскажите, кто Майлика укусил? Я укусил Майлика, потому что у меня повесился парк, и мне пришлось убежать. Раза. Сейчас нормально. Вот я тебя укусил, у меня просто пак повесился, мне пришлось перебежать, и как раз там пару секунд уже оставалось, я искал в цели ближайшую пару куститься. Не, я не уже укусил тебя. Ренессанс, смотри, если такая фигня, ну я должен был кусать тебя. Ты тоже помогай в этом моменте, то есть видишь, на меня пак повесился, подбеги близко ко мне, потому что я уже там сориентировался на самую ближайшую цель. Чтобы укусить. В принципе, все нормально. Ну я тебя сейчас не заметил. Но если ты подбежал, то ты красавчик, блин. Сумонять? Да, я просто просрал. Все, да, сумонят. Вальку сожрели. Аленор, умри, я тебя вес. Да, блядь, Илья, ну не бегай ты через центр. Ну ты уже какой раз? Тоже сейчас буду давать. Я побежал просто, впереди человек успел, а я нет.
Я тебе еще раз говорю, ты какой раз уже Вавальку пуляешь? Ты уже раз десятый ее пуляешь. Ну, блин, я просто не могу понять, неужели ты не научился до сих пор? Да просто я объясню, ну, вы просто ее не бейте, бегите дальше, она отвяжется, все. В чем да у вас паника? Просто не беги туда и все, ну неужели это сложно сделать? Ну, хочет, блядь, там пробежаться, там пробежал, прям побежал, она там потом потом отвяжется. Если бы это первый раз был, он же раз десятый ее пуляет, в том-то и дело. Я это согрел. И, ребята, большая просьба, реагируйте сразу на тени. Вы сейчас из-за того, что некоторые люди не сразу реагируют, Кадама, ты уже не первый раз тоже не сразу реагируешь. Херу разливаете лужи, из-за этого меньше места, где нам бить. На взлетке. Это лишний ДПС, который мы теряем. Во-первых. Во-вторых, тяжелее найти место миликом, куда встать. Поэтому давайте реагируйте по красоте. То есть у нас всего хватает. Все выживают, все правильно делаем, убиваем спокойно босса. Мобоя поднимите и погнали. Мавара ребаф, Саня кинь мне обмен за фласками. Пожалуйста. Все, пожалуйста. Ну, фласки хорошо. Не надо, у меня есть свои. Поставьте шкаф, надо его засмонить. Ребят, потом к рыбу пойдите, поставьте вначале шкаф. Он тоже будет рыбу есть. Его ребахнуть еще надо. Короче, давай ты, Мавар, на первой взлетке гимн на ХП, а я на второй уже. Там хилик будет. И... Первой взлетке 2. Ты его на втором. И метки приоритетом прохиливать. Без метки можем там бэрнуть и так далее. А метки, главное, метки не потеряете. Кого кушаем, бей. Эти люди важнее. Ну, кстати, все ладно. Нет, Леня. Кто тебя укусит минус ЕП? Ты только что сказал, что не кусать Эрарию. Значит, если кто-то меня укусит, значит, он не выполнил команду. И про минус ЕП это ты выпускаешь. И причем не в этом. Так можно... Я тоже сказал, типа, не кусать. Саш, обратите внимание, погнали. Все, сказал, не кусайте Эрарию. Значит, если меня укусит... Вначале не кусать Эрарию, нужно догадаться. Все, давай уже, погнали. Леня. Ладно. Лучше спокойно. ПС-ку кому? Ясно. Эмобой. Поехали. Я скажу, когда сам. Угу. Руки прокиньте. Полинора, Кадаму, Вону, Мобоя. Петя укусила. Петя, укусишь Ваню тогда. Второй укус будет по шнуркам от тебя. Ваня, ты кусай Сацуна. Мэйлик побежал. Это четко за милик такой, бля, смелый стоит. Кен. Че за Кен, бля? Эрари побежал, Леня. Молодец, Леня. Минус тоже ему закинь. Легко за Эра. По луже не беги. Сань, поездку? Да, давай. Я, блин, не забыл сказать. Фу, ты милик опять вала ебёт.
В прошлый раз то кто так же хуёво раздел уже, то ему ну, типа, без Галя в другую сторону же. Другой человек не спорил, ты споришь постоянно. Бежали, чпак. Ваня, так, ты Сацуна, Петя, снурки, снурки, дальше краш-тест, так, кусанёк, краш-тест, ну, вот, снурков ключи. Скоро взлёт не приготовить. Вес квадрата освободили. Полинор выбежал для укусов. Набрали ренжу. Ваня, блядь. Ну что, меня в лузу загнал. Ну так не убегаешь, в лузу загонял. Нет, там, а ну, подичь. Тут разлили лужу охуенно, Лёня, красавчик. Ну то спорит постоянно. А чё у тебя? Я разбил серку здесь, ты жива. Ну, ладно, как тебе будет? Падай, падай. Не прожался тебе или чё? Я диван отдал. Ребята, хилите, выбегайте, пожалуйста, оттуда. А то сейчас буду тоже нагло стоять, блядь, и хилить. Да, как бы, блядь, три цели берет в эту хуйню пакт, который все должны бежать, блядь. Ебать. Еще нахуй. Все правильно, все должны бежать, но в первую очередь бежит РДДшник. РДДшник, милики тоже подбегает. Сразу все сбегают. Ребята, вот просьба еще, вот выбрали место в начале, где стоите, но стойте там постоянно, не надо двигаться постоянно, дрочиться потом, ну это ж теряешься потом. Да не надо чарж, Марухич, потому что потом нужно будет от тебя еще отбегать. Все, тихо всем. Просто соберитесь, и мы это убиваем. То есть всего хватает, просто нужно делать красиво. Заметили, что сразу видно, у кого есть это клыкара, у кого нету, когда бежишь? Заметили, сейчас на синдре будет интересно. Ну, пойдут все что чарить, жучить Кутара. Все. СНК. Блин, очень не хватает масс-реса. Ренессанс, Марухич, Полинор, бог бедный. Столько, Саш, будь им отрез. Поставки закончились. Так, уровень шел, когда поставки были. Буду зачистить осталось, когда бьем. Надо просто, ребят, брать первого уровня людей, и чтобы они качались в гильдии, ну все будет. Ну, можешь заняться, кто-нибудь может заняться этим. Я все не успеваю делать. Честное слово. Так. Плохо, Саш, очень плохо. Плохой тебе руководитель. Справедливо. Дал пол речкам. Он сказал, не ебёт, давай. Не знаю, мне пока сказали набирать, я набирал, пока не сказали, хватит. Горшочек не вари, блядь. Видишь? Я тебя кто-то слушал. Всё, поехали. Сейчас надо пулять. Будет. Бах полный дали всем, пристабафа не хватает, там еще что-то не хватает. Танечка, где-то после где-то давай 20-30 секунд бой закидывай сразу ПС-ку и запомни цель краш-тест, ему закидывай этот, ну, милосион. Да. Я так делаю, только я не краш-тест закидал. Красавчик. Он больше всех из блоков дает. Не скажи. Ну, у Дексиона сейчас нет, поэтому в данный момент он дает больше. Кудрин ебашь, блядь.
Мне очень нравится, как вы Дрейвен. Вы Дрейвен красавчик. С вами всем. Кто там? С этим. Бля, кого там готово? Не знаю, не у меня. Так, нового пойдем. Женька, замочишь чуть-чуть? Это кто я, Ваня, укусишь этого Петьку. Дальше стоят смурки. Петя, ты крыш-текста. Скибить Женя побежал. Хорошо. Почти что хорошо. Тоже херово, конечно. Сбежали, шпак. Крыш-тест. Долго стоял. На взлетке еще далеко. Чени. Через 5 секунд. Сосуны. Укус скоро. Вань, Петя. Дальше шнурки. Маша Инер по себе залей. Изморский по Майлику. Принципы на себя антифир закиньте уже. Мавар побежал, Саня. Да. Ренжу набрали, крест квадрат освободили. Держим Ренжу. Хиляем Войд. По-моему, ты первый гейм давал. Давай. Ирарию. Блять. У меня никого рядом не было. Ну ничего страшного. Леня, не проебись, пожалуйста, Христа ради. Маша побежала сразу с тенями. Цифру 1 же нажимать там надо. Угу. Да. Сейчас просто выберешь милика любого, рядом его нажмешь. Который не укушен, только через воду. Ты его не сможешь пить. Сосуны, красавец. Шнурки, сосуны не укушен. Забирай сосуны ты. Шнурки заберет кто-нибудь. Следующая твоя метка будет Троянский, давай. Уложим. Я не рисую. Скибич, Женя побежал. Женя Каушу. Угу. Крыш-тест, если что, меня тоже можно кусать, я рядом с тобой. Меня укусили. Да, Троянский занят. Следующий тогда с тебя, Леня, будет в вакансии, в четвертой пати, если что, находится. Даже нет. Полинора, прохильте Ону. Приготовились, разбежитесь уже от лужи. Смотрите, лужу очень плохо разлили. Не забегите в нее, блять. Кто так лужу забивает? Бежите, Рэнд. Женек, хуй херово стоишь, смотри аккуратно. Протобируй, кто не укушен, пожалуйста. Войд не укушен. Я Ренессанса укушу. Джанг не укушен, Кадама не укушен, Вакати не укушен, Ренессанс не укушен. Я Ренессанс укушен. Все, давай Геру. Полинора укушу. Сбежали. Вакати не укушен? Нет. А Вакати укусил. Пиздец. Я дерево укусил, потому что сложно. Мария, укусь меня, я рядом с ней. А, понял. Веру надо. Вера есть. Все, падайте сейчас. Да чё, блядь. Чё, блин, ну просто.
Не кусайте Зинька, пожалуйста, тоже. А это что, блядь, это... говорю, пока я укушу, взял передо мной, прям укусил его, заебись. Начал искать все укушенные. А давайте по-школьному, короче, вообще выберите в таргет человека, запомнить цель, а потом просто будете его сразу кусать. А та цель, которая кусается, она должна подбегать к вам, и все, и я думаю, справимся. Тихо, тихо. Когда меня укусили, мне сказали укусить Сацуны, потом Саня сказал, Вакати укусишь, типа, блядь. Я укусил Вакати. Да какая разница, танка укуси, Женек, блин, хоть кого укуси, только укуси, блин, и все. Да, блядь, что думаешь, я не знаю, как это делается. Первый раз просто скажу, знаешь, что у нас происходит? У нас ДПС нихуя нет, куча ебальников уже укушено, и у нас у всех так происходит, потому что все почти укушены. Вот так, блядь, происходит на самом деле. Ты несешь, ты сейчас вообще ни у кого не укусил. Потому что, блядь, все в миле были уже укушены. Вот и все. Чем твоя проблема? Бегал на Лема укусил, на которого еще те не повешались. Укусил, сил, в чем проблема? Верно, ты кусать не судьба. На крайне хила, если ты не можешь. Там, если фреймов рейда нету, типа, если вдруг у вас комп слабый, там, блядь, люди, которые укушены, они такие красные становятся, от них такой красный пар идет. А которые не укушены, они обычные модельки, типа. Можете приблизить камеру вперед, чтобы этих людей, они покрупнее были. Можно вообще от первого лица сделать и смотреть, типа. Если человека не красного увидел, его можно укусить. Ты мог, кстати, шнурки, кстати, укусить. Не успел он выделить заранее, кусок. Сам предык начал искать, выделять. Это мои доводы. Так, бафка пришел. Давай бафку, рейд тоже. Не, ну это мне нравится, типа, когда я разливаю хуёво лужи, мне минус ИП. Когда я кого-то не кусаю, минус ИП. Когда это кто-то другие делает, то это типа какой все равно. Скажи, ты посмотри гильчат, пожалуйста, и все. Че, а что гильчат? Вот посмотри, блядь, ты начинаешь возмущаться. Ну что возмущаться? Ну, вот, я получил минус ИП, а никто остальной, типа, никто не получил ни разу. Вот они, блядь, получили 2 минус ЕП, ёбаный рот, Лёня. Дерево. Да он либо тупой, либо тупой, либо прикидывается. Просто нет, вот, он просто дуб. Вот, он просто дуб. Вот просто уже бесит, реально. Смотри, реально, гильчат вначале, а потом что-то возникает, во-первых. Во-первых, вообще на освоение нельзя минусы подавать. Мы осваиваем этого босса. Какое освоение? Ты шутишь, что ли? Освоение. Освоение? Идите в YouTube освоите, серьезно. Вань, лагаешь немного, рассыпаешься. Освоение. Освоение было вчера. Сегодня уже не освоение. Нормально? Тем более, ты тут возникает, что ты тебя знаешь. Постоянно. Всех учишь, как все делать. Освоение или вот идите вон в YouTube осваиваете. Контента вам лет на 15 осваивать. Дело не в Ютубе даже. Вон, мы уже сколько раз били, сколько раз, сколько можно научиться. Все, это уже минуса. Факту, лажают одни и те же люди. Короче, Женек, лажаешь еще раз, идешь по замену. Лажаешь, идешь? Кто еще лажает, тоже идет на замену. А, лажа. Правда, я не видел, кто уже херово разлил. Ты вами не слышал. Женек. Да там боление было. Нет, вот здесь лужу вот так вот кто-то налил. Вот прямо здесь была куча налита. Эта вся часть была невозможно стоять. Вот тут вот. Нет. Да, вот я уже вижу. Нет, тоже не видел, кто там. Но одну полосу, которая вот отсюда началась, вот сюда пошла, это я налил. А который там рядом, я не знаю, кто. Еще кто-то. Кидай рыбу, поехали. Так. Короче, в идеале людей, которые слакают, сайте в конце. Слабите. Слакают одни тебя.
Дайте бафы по Коля. Саня, подскажи, а когда сейвы давать? Когда она уже взлетела или когда... Не-не-не, ну, сразу. Она вот, она где-то буквально первую секунду ничего не кастует, когда взлетела. Она взлетела, и вот начинается кастовать вихрь. Вот потом давай сейв. Окей. Смотри еще по ситуации. Некоторых людей, которые не очень, опять же, голову не могут включить. Смотрите еще раз, люди. Вот здесь, допустим, разлита лужа. Вы стоите где-то здесь. Какой шанс, вас загонит в лужу? Очень большой. Вы что можете сделать для этого? Чуть в центр сместиться. Но когда фир закинулся, вы бегали ближе к луже. Потом, как только уже закончился фир, сразу убегаете. Ищите место. Пока вы в фире, вы должны найти место, в котором вы останетесь. Включите голову, чтобы к вам было проще. Вас вообще людей в лужу никого не должно загонять. По определению. И времени на это хватает. Она, когда выбегает в центр, она где-то секунды три есть, чтобы найти место. Это тоже после третьих укусов вы можете тихо подвигать медиазону и прям становиться в медиазоне. Давайте... Вас... Извини, Ваня, перебил, пока мысль не потерял. Давайте еще так сделаем. Вот мне сейчас подсказали неплохую идею. Мелики, которые не укушены, стойте возле левой ноги Ваня. Мелики, которые укушены, стойте возле правой ноги. Ну что, РДДшники, в принципе, тоже могут так сделать. Укушенная справа, эти слева, не укушенная. Идея, кстати, очень хорошая. Все, короче, не укушенная. Стойте под левой ногой, мили. Укушенная под правой. Сразу можете все в центре бить. Давайте я приподниму уже. Убежали 3 кило, и джан, 2 кило, и джан. Шнурки. У меня ДБМ не пашет, кстати. Тени, скибит, джан не побежал. Хорошо. Галя, укусишь тогда Петю. Дальше будет краш-тест. Петя, ты Ваню укусишь. Не призывай этого голема, он таунтит босса. Со стороны крестика останется без укусов. Но фрейм большой. Маша побежала. Короче, у меня ДБМ плохо пахнет, там подсказывайте. После ревога. Сейчас укус. Укус. 3 секунды. Галя, печем. Молодец. Дальше краш-тесты. Петя, Ваня. Алинора, прохилите. Эрария, Леня. Ну, более-менее нормально, ладно. Смотрите, аккуратно, там уже слева будет милики. И не через блинк, мог просто пешком быть лучше было. Чайни 5 секунд, потом взлет. Галя побежала. Не потеряйте ее, сейчас ее может в этот фир. Можешь на нее зубы закинуть, Саня. Разбежались, ранжу набрали. Галя, укусишь что кого-нибудь другого. Кого найдешь? Полинора, прохильте. Лавары, Сацуна, чё делаете, блядь? Хер встанешь вообще. Упадите. Зайдите в лужу, чтобы время не тратить. Галя, не надо бежать. Смотри, тебя выбрали целью. Не надо бежать через целый рейд, бежать, кстати, меня укусить кого-нибудь слева. Это плохая идея, бежать через целый рейд. Во время ждет. Сань, да. Можно ник говорить, а не я даже не знаю, кто это. Да.
Понял. Я просто в ступор встал и не знаю, кто это. Морки. Понял, виноват. Короче, очень интересно как-то здесь. Это можно, пожалуйста, подсказать, как фреймы тотемов убрать в стандартном личе? То есть над иком, над головами. То есть у меня все включается, и тотемы. Интерфейс, имена. И там есть индикаторы. Какие тебе союзников, да? Вот если у тебя стоит галочка, то убирай. У меня тотемы не стоят вот именно. А у меня они отображаются, именно фреймы тотемов. Блин, вот тебя уже кучу раз просили призывать этого вонючего грема. Он ничего по факту не дает. Не призывай, а, это... Да не обязательно было крэш-тест, ну, видишь, на тебя кинул обесценение. Либо крэш-тест должен был уже за тобой играть, либо это, просто другого человека укусил. Ладно, давай реально сделаем РДДшники, которые не укушены, будете стоять слева после полетки, а которые укушены справа. Но при этом держите, пожалуйста, рендж, вы очень много сейчас дамаги. Раньше обязательно держать, это... Вот как у нас сразу на поезд легли. Сразу, потому что раньше... Я на самом деле не увидел сейвов. Может, забагалось, но не видел вообще. Возможно, просто рейнджа 40 метров не дотянулось и все. Да не, я в центре прям стоял. Нормально. Джанки, помнишь, там суманёк, кто там бежит, блядь, внизу? Сейчас я релокнул тут, потому что ДВМ забагал. Сосуни. Шо? Нахуй вы с Мамаром, блядь, тратитесь? Я встал, Саня подбежал, я его не заметил. Он там гимн начал кставать, а я флешки себе кставал. И типа ни я, ни он отбежать не может, да? Что надо... Встали бы вставить, нахуй. Да мы не умерли, все нормально, давай. Не умерли, но, блядь, 1% был тогда. Ну давай мне минус ЕП, я подбежал. Да нормально, мы выжили, не умерли, так что это не наша проблема. Не, я просто доебался. Давайте, все-таки, наверное, вначале РДДшники заберут. Чуть больше урона, когда РДДшники забирают. Я смотрел по траям. Когда крэш-тесты я касали первого, по-моему, урона боль. Намного потом. Ну, великий еще там. Мы во время взлета бьют. Да, потому что мы во время взлеток бьем. Юра, заходишь? Это же у Ренессанса Warcraft 10 минут грузится. Да. Я тогда выйду из мира, что фласка не текла. Ну, все, он уже зашел. Окей.